Село Гапон Литертерского района расположено на линии фронта. Лицом к лицу с врагом, но жизнь здесь продолжает идти своим чередом. 9 жителей села, насчитывающего 101 дом, стали жертвами армянской агрессии. 3 из них, являясь военнослужащими, погибли, защищая родные земли. 6 жителей села сразили вражеские пули. С территории Гапонлы можно отчетливо разглядеть армянский пост. В целях безопасности сельчане возвели заборы вдоль дороги и перед домами. В Гапонлы есть медпункт и средняя школа на 240 учащихся. На сельской дороге установлена система ночного освещения. Школа была сдана в эксплуатацию в 2013 году и имеет все необходимое для учебно-воспитательного процесса. Burada 30 yıldır, 40 yaşım var, 40 yıldır yaşayacağım ama 30 yaş, 30 yıldaki bu hadiselerle ağlım kesenler. Ordumuz gibi Allah'a şükür, tehkimleşir, yüzde ordumuz var. Yani onlar arkayın olur bizde. Yani bizde burada bir herbisi ihtiyacı olur. Doğru götüren de bizim çünkü kendin kırağı herbisilerimizdir. Cəbhə bölgəsində yerləşməsinə baxmayaraq, sizin gördüyünüz kimi doğrudan da dərslər davamiyyəti yüksək səviyyədədir, müəllimlərin davamiyyəti, şagirdlərin davamiyyəti yüksək səviyyədədir. Ermənilər tez-tez atır, ancaq bu bizi qorxuzmur və tez-tez məktəbimizə atırlar, evlərimizə atırlar, lakin bu heç bizi qorxuzmur. Medicinskom punkti. Открытом в 2015 году работают 2 врача и 8 медработников со средним образованием. Имеется также автомобиль скорой помощи. Жители села Гапонлы, в котором 146 хозяйств, занимаются животноводством, выращивают клевер и пшеницу. Люди говорят, что из-за близости вражеских позиций работают по ночам. Несмотря на это, они не падают духом.